Привет, дорогие друзья! Привет всем! Сегодня в Алании проходит очень торжественное событие. Приехал министр иностранных дел, посол Литвы в Турции, потому что председатель торгово-промышленной палаты Алании стал уполномоченным послом Литвы в Алании. Видите, как приезжает министр иностранных дел Милу Чаушолу и как его принимают в Алании. Мы также приглашены на этот торжественный обед. Arkadaşlar açılıyoruz. Şu odan açalım. Sorry. Evet, bakın içeri alıyor. Arkadaşlar buyurun içeriye. Buyurun. Как вы видите, несмотря на то, что приехал министр, улица живет своей жизнью, город живет своей жизнью, ничто нигде не перекрывают, все ходят, гуляют. Ну, конечно же, здесь много охраны. И приехал министр иностранных дел, мэр Анталии, посол, уполномоченный посол Литвы в Турции. И, как вы видите, здесь выставлены торжественные букеты, послания от различных фирм, организаций и так далее. И далее, проходя по
Şey mi? По красной дорожке мы проходим через небольшую выставку, посвященную отношениям Литвы и Турции. Ага. Сейчас звучит гимн Литвы. Все торжественно стоят. Очень много народу. И вот в такой вот красивой атмосфере здесь организован торжественный ужин. Торжественный даже не обед, а что-то типа фуршета. Собралось много народу. И, кстати, на такие мероприятия, несмотря на то, что высшие лица государства приезжают, вход абсолютно, ну, в принципе, свободный. Любой желающий может прийти и поприветствовать министра, а также мэра Анталии и Алании. Сегодня 7 декабря, и в Алании стоит очень-очень жаркая солнечная погода. На солнце, я не знаю, градусов 25 точно есть. Кто-то даже загорает на пляже. Ну, а вот так вот выглядит пляж зимой. Ну, на самом деле очень жарко, и можно спокойно лежать на лежаке и загорать, потому что даже мне очень жарко. Я в рубашке, но брюки у меня темные, поэтому солнце прям напекает. В общем, погода просто потрясающая. Последние 3 дня шел дождик, а сегодня прям настоящее лето. В общем, вот такая вот классная погода стоит в Алании. Мы, посмотрите на эти пальмы, на наши прекрасные аланийские пальмы. И, к сожалению, мы не можем долго находиться на этом мероприятии. Но очень много народу. Дают вот такие красивые подарочки с национальным флагом. Литовский лукум? Да. Ага. Спасибо. Şimdi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Председатель торгово-промышленной палаты Мемет Шахин. Вот именно он стал почетным консулом Республики Литвы в Алании. И всем здесь раздавали вот такой вот лукум. Мы уже уходим с этого торжественного мероприятия, потому что нам нужно работать. Ну, надеюсь, я вам показала, сколько смогла, как проходят торжественные мероприятия на высшем уровне в Алании. Все свободно, все открыто. Никто никому не запрещает, никто никакие дороги не перекрывает. Стоят машины и министра. Вот машина министра, машина его охраны. Дальше стоит машина за мной мэра Анталии. В общем, друзья, конечно же, много полиции, но так или иначе, все свободно и открыто. В общем, вы увидели, как проходят такие мероприятия. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока, деда. Пока-пока. Ни лес, ни трава распилается, удалы наши головки преклоняются. Многое, многое лето, многое лето. Молодец. Yeah.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как ты? Все нормально? Вам спасибо. Teşekkür ederim. Hadi geleceğiz şimdi. Вот вы видите, министр обходит все столы, со всеми здоровается.